День учителя отпраздновали люберецкие педагоги. Руководители учреждений и тех, кто отличился профессиональными заслугами, чествовали в инженерно-технологическом лицее. В адрес тех, кто вкладывает в детей не только знания, но и душу, прозвучали слова признательности. Еще раз огромное спасибо за то, что вы каждый день, испытывая эмоции, подбирая правильные ключи к каждому ребенку, находите его и даете те знания, которые получают наши дети. Добра, здоровья, вам благополучия, вам замечательных, благодарных учеников. Чтобы все, кто сегодня учится, смотрели смело в будущее. Чтобы мы могли гордиться нашими учениками. Будьте здоровы и счастливы. В округе образование подрастающего поколения лежит на плечах 2000 учителей и 1000 воспитателей. Отличившимся педагогам вручили заслуженные награды. Среди награжденных – учитель английского языка 11-й школы Юлия Пчелкина. Как, наверное, и многие в моей профессии, я с детства мечтала быть учителем. Ну а как еще? Какая еще может быть профессия лучше, чем учитель? Традиционно в День учителя люберецким педагогам вручили сертификаты на получение жилья. В этом году новоселье справят еще 5 человек. Среди них Анастасия Ткачева. В выборе профессии молодой педагог не сомневалась. Продолжила педагогическую династию. Для нее воспитатель – это не просто слово. Любящий детей с огромным сердцем, которое горит, которое пылает, чтобы свой огонь передать другим. Очень люблю вспоминать свое детство. И мне хотелось бы такие же воспоминания подарить и своим молодым. Малышам, чтобы они тоже с любовью вспоминали это время, приходили в гости, делились своими победами, своими увлечениями. Среди гостей праздника – ветераны педагогического труда. Многие из них продолжают работать и сегодня, являясь достойным примером для молодых учителей. Кем должен быть настоящий учитель? Добрый, ответственный, строгий. Все качества, которые есть у человека, надо вложить в ребенка. И самое главное – понимать детей. Музыкальный подарок, подготовленный артистами и творческими коллективами округа, завершил праздник. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.